Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» поздравляет самарцев с Днем города и рассказывает интересные факты о самарских достопримечательностях. В центре города стоит самая настоящая ракета. Ее изготовили в 1984 году на заводе «Прогресс» как образец для тренировки боевых расчетов на космодроме Плесецк. Здание Самарского вокзала считают самой высокой постройкой такого назначения в Европе. Его высота 101 метр. Жигулевский пивоваренный завод – одно из старейших предприятий России. Открыл его австрийский дворянин Альфред фон Вакана в 1881 году. Площадь Куйбышева – самая большая площадь в Европе и седьмая по величине в мире. Она занимает более 17 гектаров. Самарская набережная считается одной из самых длинных и красивых в России. Ее длина составляет более 4 километров. Телеграм-канал промышленного района сообщает, что в школах номер 48 и 49 прошли мастер-классы по изготовлению нашлемников и маскировочных сетей. Для учащихся их провела Елена Галаничева, представитель волонтерского объединения «Своих не бросаем». Она рассказала ребятам об основных принципах работы и продемонстрировала особенности этого кропотливого и ответственного труда. Департамент городского хозяйства и экологии Самары в телеграм-канале сообщает о том, что в парке Гагарина заработал бесплатный питьевой фонтанчик на аллее недалеко от главного входа, рядом с мостиком через канал. Парк Гагарина расположен в географическом центре Самары, и сейчас он самый популярный по посещаемости. Весь сентябрь, а он обещает быть теплым, можно будет попить воды или набрать в бутылочку, прогуливаясь по парку.